Здравствуйте! Сегодня снова с вами Проба Пива и я, Иван Балтиков. У нас приближаются майские праздники. В связи с этим у меня на пробе сегодня тематическое пиво, посвященное одному из праздников 9 мая, Дню Победы. Это пиво от местного производителя, которое уже знакомо, возможно, некоторым, смотревшим данную передачу. Называется пиво тематическое «Железный капут». Вот такая замечательная этикеточка на пакетике. Шедевр, просто шедевр доморощенных дизайнеров. Как вы можете посмотреть, достану-ка я бутылочку, она не представляет из себя ничего особого, обычная литровушка. Пока пойдем разговаривать о пакетике. Самое ценное, что есть в этом пиве, это пакетик. Вот такая картинка, на которой изображен фрагмент танкового боя Т-34-76. Подбитый немецкий танк непонятного происхождения, какие-то карты или что-то такое с изображением танковых ударов или непонятно чего, или так они изображают. А самое главное, немецкий крест 39-го года железный. И свастика чуть-чуть прикрытая взрывом. То есть как бы не целиком. Вот такое вот пиво. Железный капут. То есть кто к нам придет с железом, тому капут. Пиво произведено в Архангельской области, в городе Архангельске. ООО «Пивная компания». Состав пива. Солод светлый ячменный, солод светлый карамельный, хмель, вода, дрожжи. Экстрактивность начального сусла 12%. Объемная доля спирта не менее 4%. Что сказать? Вот такая этикеточка. Кстати, эта же компания выпускает у нас вот такое замечательное пиво «Адмирал Кузнецов». Анонс которого и пробу я уже сделал и размещу немножко позднее. Хотя снята она раньше. Итак, перейдем к самому напитку. Вот такая литрушечка, выпущенная 20.04.17. Срок годности еще не вышел. Сверху немножечко, чуть-чуть пены, пока я ее доставал, образовалась. Прозрачности сквозь бутылочку я не вижу. Ну, давайте попробуем открыть. Ой! О чем у нас железный капут? О, какой-то такой немножко хмельной аромат. Чуть-чуть спирта. Жжёнка вроде как. Хотя написано карамельный солод. Ну, сейчас посмотрим. Наливаем. Кружечка от Министерства ночного флота РСФСР. Вот она. Пиво дало небольшую шапочку. Но шапочка такая довольно интересная. Довольно приятная. Сейчас попробуем на нее сухарик. Оп. Сухарик держится. Но погружается потихонечку в шапочку и уходит в пиво. Какой-то немножко спиртозностью отдают. Непонятно. Чувствуется немножечко оттенок карамельного солода. Еще раз глянем. Составчик. Что у нас тут написано? Карамельный. Жжёного вообще-то быть не должно. Но
немножечко, чуть-чуть оттеночек есть. Но, по-моему, все-таки тут больше карамельного. Традиционно отмечаю немножко водянистость. Шапочка оставляет следы небольшие, хотя пена почти уже ушла. Да, в этот раз жонки не так много, по крайней мере, она все не перебивает. Но особых изысков в пиве я не наблюдаю. Во вкусе, точнее сказать, не отмечаю. Поэтому ставлю ему средний балл. Пиво представляет из себя продукт скорее маркетинга, на волне предстоящих праздников. Поэтому само пиво, как пиво, темное, местного производителя, нефильтрованное, живое, непастеризованное. Вот и все. Чисто ради интереса, ради пакетика. Ой, все-таки газация у пива есть. На этом я завершаю передачу. Если будете в наших краях, можете взять ради спортивного интереса данный напиток. Так, ценителям настоящего пива, ну, я не знаю, только ставить галочки, что попробовали новый сорт. С вами была Проба пива. Я Иван Балтиков. До скорых встреч. Всего доброго.